Ко мне приехала Катя, и мы идем стирать белье, чтобы мне пригодились все мои мешки. Весь день и все утро шел очень сильный дождь, и как только мы вышли из дома, появилось солнышко. В общем, мы пришли стирать белье. Значит, как это работает? Порошок стоит номер 50. Подходим к кассе, можно сказать, нажимаем номер 50. И здесь показывают, что номер 50 стоит 1 евро. У меня есть только 20. Ой, здорово. А смягчителя здесь нету? Нет. Ну, у меня обычно есть, но мы с местом здесь. Ну, ладно, у вашего, наверное. Да? Ну, наверное, ваше, да. Половину 17. Честно. И теперь я нажимаю циферки 13 и 14, так? Да. Здесь мы что, кулек? Давай 3, да? Номер 13. Началось? И теперь 14 номер, да? Так, Катя меня учит стирать здесь, потому что я это делаю впервые. У нас есть 30 минут, чтобы сходить в Сефору и купить Кате помадку для бровей. Либо я... Вот. И потом закончится стираться белье, и нам надо будет его забрать, чтобы его никто не забрал вместо нас. Да, я впервые стираю белье в прачечной, так что ко мне специально Катя приехала из вообще далекого района вместе со своим бельем, чтобы постирать его вместе со мной. И сейчас мы пойдем в Сефору, да, у нас есть, в общем, 30 минут. Это секонд-хенд, очень грязный. И здесь живет очень грязная собака. Я не знаю, что это за порода, но эта собака как будто она полностью в дредах. И она постоянно выходит из этого магазина и бегает вот здесь, и за ней гоняется хозяин. Вот столько тут вкусняшек. Но мы с Катей на диете. Да, начали ходить в зал. Я вчера впервые была в зале. Если меня вот тут заживет, я тоже все. Да. Мне так нравится, вот знаешь, я обычно забываю, что мы живем в таком красивом городе, да. А когда вот так снимаю или фотографирую, всегда фон, да, и вижу себя на фоне, я думаю, блин, ну Париж. Да, очень здорово, Париж, это очень такой город, где можно... Вот даже вот эти цветочки, вот они такие все. И посмотри, вот мы идем, какой фон. Да. Цветочки. Блин, кажется, автобус через 17 минут. Мы можем пешком пройти одну сторону. Да, ну сейчас я посмотрю, этот, по-моему, даже не едет. Он не едет на Сен-Жермен. Ладно, ты, кстати, видела, что на остановках можно заряжать? Я это увидела у тебя в этом. Да. По бульвару Сен-Жерман. Мы почти пришли в Сефору. Я не собираюсь ничего покупать. Я надеюсь, что я ничего не куплю. Так, мы выбрали два цвета. Soft Brown и Top. Сейчас будем пробовать на Кате. Все, купили помадку и кисточку для Кати. Мы вышли, и опять идет дождь. А, как льет! Очень ровно, вовремя, минута осталась, и все, закончилось. На улице опять пошел дикий ливень. Загрузили все мокрое белье в сушилку, и за евро 20 это сейчас все высохло. Да. Все начало сушиться надо. Да.
Прокрутки у меня не высушилось белье, поэтому сушим еще раз. И в целом получилось, я заплатила почти 14 евро где-то. А я постирала вообще почти все свое белье, которое у меня только было. Так что не так дорого. Дешевле, чем покупать на машину. Вот если тут посмотреть, тут столько людей, причем в таких уже возрасте. Да, во Франции нормально. Тут эти сушилки, они на каждом углу. И это, в принципе, абсолютно нормально сюда ходить. Закончили, все постирали, и теперь я еду встречаться с Сашей, Катей домой. Да, все. Ну вот была эта собака. Центр Помпиду. Я опаздываю, как обычно. Мы встретили Сашу. Всем привет! Это Саша. Мы сегодня вдвоем снимаем влог, так что я оставлю вам ссылку на его влог. А я оставлю на ее канал. Да. Мы пришли вот в это место. Оно оказалось закрыто. Здесь очень мило. Очень милый дворик. Тут все вообще на ключе, но мы прошли вместе с каким-то мужчиной. Он нас пропустил. Обычный француз. Едет на самокате. Она живая. И женщина какая-то. Мне кажется, она живая. Она живая, но она не живая. Она же двигается. Ой. Ой. Черт, мы же на красивый цветочный магазин. Покусите на эту красоту. Просто, блин, я бы хотела себе... Мы пришли вот в это место. Я его фотографировала на Инстаграм, но не заметила название. И сейчас мы шли в кафе, которое называется Season. Мы пришли, это оказалось то место, которое я вставляла в Инстаграм пару месяцев назад. Сильно, ребята, такие. Все из мрамора здесь. Очень здорово. Тут даже пол, посмотри, какой классный. Люди кушают. Ой. Ой, блин. Мы идем домой к Саше, потому что то место оказалось закрыто. Вернее, оно было открыто, но нам не дали сесть. Поэтому... Да, что, скорее всего, совершенно закрыто. Это худший день в Париже, в который вы можете приехать. Не приезжайте в выходной. Да. Я сейчас фотографировала у Саши дома эти два чехла. Мне их прислали. Вот Richmond и Finch. Очень красивые. Если вам интересно, то у меня есть промокод со скидкой 20%. Я оставлю внизу. И Саша принес с работы такие... прекрасные десертики. Мы сейчас будем кушать и пить чай. У Саши тут такая красота. Мраморный стол, это прям моя мечта. Тут мраморная кухня. Вот. У Саши дома так красиво. Я заказала свой Uber, так что я сейчас поеду домой. Видео Саши я оставляю внизу. Так что смотрите его видео, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь также на мой Инстаграм. И спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео.